На сегодняшний день для развития малого и среднего бизнеса в Казахстане оказывается всесторонняя поддержка и финансовая помощь начинающим предпринимателям. Однако жители региона не заинтересованы льготами, предоставленными государством, отмечают специалисты. Об этом и многом другом говорилось сегодня на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева. Для увеличения числа предпринимателей в регионе реализуется немало проектов, а именно государственная программа «Дорожная карта бизнеса», «Экономика простых вещей» и «Инбек». Специалисты отмечают, что льготное доступное кредитование осуществляется через банки второго уровня и финансовые институты национального холдинга «Казагро». Льготные кредиты у нас выдаются в трех городах – в Таразе, Каратау и Жанатасе в рамках программы эффективного трудоустройства «Инбек». За 2019 год в банках третьего уровня «Сбербанк», «Фортебанк», «Народный банк» было выдано 1036,6 миллионов тенге, а в этом году через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства 416,1 миллион тенге выдано кредитов. На сегодняшний день 401 предприниматель Жамбылской области получил кредит на сумму 1,6 миллиарда тенге. Однако, несмотря на финансовую поддержку, индивидуальные предприниматели отказываются от бизнес-суд. Специалисты объясняют это тем, что разъяснительная работа не ведется на должном уровне. В Мойынкумском районе по программе «Дорожная карта бизнеса» заявок нет. В Жуалинском было подано две заявки на сумму 36 миллионов тенге. Такая же ситуация наблюдается и в Жамбылском районе. Уровень выплат невысок, всего лишь 28%. 22% приходится на Таласский и 26% на Шуйский районы. В завершении встречи глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным специалистам продолжить работу в сфере льготного кредитования. Катерина Иващенко, Гани Алимжанов, 77 News.